Приветствую. У меня бай привитый, на сливе сразу выкинул боковые веточки. Это хорошо или плохо? А, привитый конечно, хорошо. Нет, не так. Сейчас, секунду, дочитаю. Манжурец из косточки тоже выкинул боковые веточки. Лист очень мелкий. В этом году поливал на сливу и пол на порос сливы. И получилось 4 сорта из 7. У Серафима лист почти с ладонь. Поздний Филипп Королевский никак не захотел переживаться. Так, самый важный момент такой, когда выбрасывают боковые ветки сразу, это значит, что у вас химера. Почему? Ему полагается, одна привита почка полагается вырастить до осени одну ветку. Потом, возможно, она в середине лета разброс быть. Почему? Потому что обычно лето, оно не бывает стабильно, похолодание. Она прекратила, допустим, 50 сантиметров, прекратила рост. Потом опять пошли дожди, опять жара. И она с этого момента начинает расти, но уже елочкой. Вот так. Но это расстояние 30 сантиметров, 50. Это нормально. Вот. А бывает сразу вот так, раз, сразу вот так, раз. Вот видно меня, нет? Вот так вот, раз. Вот это. И что получается? Это химера. Она выбросила почки, которые в жизни бы не вылезли, если бы там не произошло генетического сдвига. Вот. Плохо это или хорошо? Вы же даже спросили же, правильно? Плохо или хорошо? Мне хорошо. Вот. А вашему дереву ни хорошо, ни плохо. Оно какое есть, такое есть. Теперь вы имеете данность. Вот это вот. Ну, пожалуйста, растите дальше. Вот, пожалуйста, весь ответ. Жердель Мелитопова, Карл Черешня. Это моя, что ли, Жердель Черешня? Вы хотите сказать, что я что там? Слушайте, я, с одной стороны, должен измениться, Дмитрий, если я вас поневоле обманул. Жердель Черешня. Погодите, нет, что-то не то. Давайте так, есть еще, может, рано решать, Черешня или нет, что это, или Жердель. Я же черешню, это черенки-то вам не высылал. Я в прошлом году вообще черешню, черенки, не больше 5 высылал. Неужели вам именно попало? Специальную замену я не делаю, типа подсуну жардель, а это лично 150 рублей. Вот, это не в моих правилах. У меня есть такое выражение, собственная гордость. Вот. Может быть, вы пришлете мне фотографию, я очень хочу посмотреть. Если что, извинюсь, поправлюсь, верну деньги или... Вы знаете мои принципы, или, может быть, не последнее это. Напомните, да, я должен, вот, понимаете? Но я хотел бы посмотреть все-таки. Хорошо? Ну, сами знаете, конь спотыкается, и мы тоже люди. Вот. И собирают, это не я, мои племянницы собирают. Вот. И так же устают, и все бывает. Ну, будем считать, что я должен. Когда-нибудь напомните, я заранее верю, что все больше вы скажете. Но интересно посмотреть. А вдруг какая-то есть маленький процент, что ошиблись вы, что все-таки это жердель. Сильно уж они разные, чтобы спутать. Так, оказывается, нам продолжают писать. Вот я когда нажимаю 7 новых сообщений, там, по-моему, ничего не появляется. Ага, ничего не появляется. Значит, мы сейчас давайте ждем. Да, Катерина пишет, еще кто-то пишет. Я уже могу вас отослать. Пошел 4-й час. 3 часа исполнилось. Вот. Ну, неудобно, если человек пишет, взять и сказать, все, лавочка закрылась. Я и по 6, по 7 часов лекции читал. Вот. Так, ну-ка я посмотрю. Кто у нас сегодня в гостях? Дорогана, Старая Гвардия. Вот. Ну, несколько фамилий есть свежих, ладно. Для меня это очень важно. Вот. Агитировать за советскую власть. Тех, кто всю жизнь прожил за советскую власть, тоже бы. Не дело. Так, Михаил и Екатерина пишут. Идем.
А, Екатерина, санаторий на землях сельхозназначения, задача. Идея замечательная. Может, выбрать только тот. Знаете, я всегда удивлялся. Вот человек много денег, да? Они знаете, что делают? Они берутся строить церкви. Вот. А в эти церкви никто не ходит. Об этом говорит сам патриарх. Вот. Еще меньше и меньше. И через 10 лет окажется, что большинство церквей надо закрывать, потому что их даже просто денег не хватит, даже просто чтобы поддерживать в них комфортную температуру. Вот, это есть, потому что наступило время людей, которые неверующие, так? Вот, неверующие. А кто-то считает, если церковь построил, там на небе, у меня отдельное место будет, отдельное, значит, этот самый вилла или что там в райском саду, да? Вот, с бассейном, ага, хрен, вот, они не знают, я их называю вот этих богатых, которые, вот у него бассейн, там 25 метров, 50 метров, в этом бассейне сотни детей могли научиться плавать, и один из них уже никогда не утонет, потому что очень много детей тонет. Вот. А все деньги попали одному, который себе построил бассейн, который месяцами никто даже не плавает. Вот, он же не общественник, а для себя лично. Вот. Ну, с друзьями там по Сибани. И вот и все получается. Я их называю свиньями. Вот. А это свинья, а если построил церковь, считает, что все. Они искренне так считают. А церковники их не разубеждают. Им же нужны церкви, а церкви это доходы. Вот. Они их не разубеждают в том, что чего это, все равно это. Вот скажи ему, вот он даст 20 миллиардов, 100 миллиардов на роскошную церковь. Есть же церковь для непростых людей, для тех же олигархов отдельно, часовни, церкви. Вот. А священник, скажи ему, ну давай, трать миллиарды, трать. Все равно не это, в аду будешь гореть. Ты же у людей это же деньги отнял у людей. Вот. Сколько можно было построить этих самых домов для престарелых, комфортных, не вот этих, где люди гниют. Вот. И так далее, и так далее. И получается, что для чего это надо? А вот ты возьми, вот кто-то бы тебе объяснил, из наших кто-то. А ты вот такой санаторий возьми и построй. У тебя есть деньги, а у нас-то нету. И земли сельхозназначения никто не даст, потому что не положено, хотя она зарастает соснами. А за деньги все можно. Да, Екатерина? И получается, что взяла бы Екатерина, а у нее, может, схватка такая деловая. Она бы санаторий бы построила. Кто-то бы деньги дал бы, он сам не появится. А кто-то бы дал, я подарил бы для санатория даже это. Вот. А эти самые косточки, а они бы выросли. Они быстро растут, эти самые, очень быстро растут. Мажорские орехи. И санаторий будет готов. А потом, когда окажется, что он действительно лечит людей, покроется вся страна. А один из них назовут именем Железова, а второй вашей Екатерины именем. Если только это, благодаря вам дойдет до туда, что нужно строить санаторий, если все дерево лечебное, почему нельзя под ним это, лечиться? Без всяких уколов и без всяких этих. Идем дальше. Здравствуйте, Олег Костинович. 60 косточек ваших мальчишеского огорода за 115. Но я всегда говорил, каждый четвертый, ну сад-то состоялся, мне даже не стыдно. Если бы сказали три, мне было, может, немножко стыдно было бы. Но 15 и 60 я все равно считаю, что вам повезло. Вот. Итак, два уже загнулись, два поникли. С чем связано? Отбор. Вы сказали, посажено как положено. Вы понятия не имеете, что существует определенный процент гепатогенных зон. Никуда от них не деться. У нас больницы переполнены людьми, которые не знают, что они прожили почти всю жизнь до 20 лет. Некоторые даже с детства уже больны раком. Они в гепатогенных зонах, не знает наука, чихать она хотела на людей. Для них это... Вы что, не знаете, а это самое? Где идут основные доходы? Ну, с одного раза. От медицины. Идет ток-шоу. Люди плачутся и говорят, мы на улице живем. Спасти одного члена семьи, мы продали квартиру. Купить дорогие лекарства. Вот это те самые деньги. Вот. И получается так. Значит, что
никуда нам не деться. Вот, выживать приходится самим, понимаете? Вот дальше. Вот эти места. Ну, сказать вам, как выживать самим. Никто сейчас никаких курсов нет, чтобы научить хотя бы часть людей этому же лозоходству, этому же белокаторству. Найти, наверняка нарветесь на халту. Дайте только объявление. Нарветесь на халтурщика 100%. Вот это вымирающая профессия, белокаторщики его заходят. Вот. А я это затронул жизнь людей. Это аварии на дорогах бесконечные. У людей крыша едет, когда пересекается геопатогенная зона. Пересекает трассу. И там все серьезно. Едут. Вот они. Вдоль дорог стоят эти памятники, памятники, памятники. И уже название «Дорога смерти». А я все равно, никто не переносит эту дорогу смерти. И знаки, чтобы снизили скорость, тоже нет. А у вас случай проще. Два загнулись, два поникли. Есть такая вероятность? Есть, конечно. У меня я показывал, заранее не мерил, у меня три груши подряд, все мертвые, это у меня-то. Взял рамки, ё-моё. Вот так вот. И что получается? А то, что я назвал, это одна из причин. Потом вы посадили как положено. Да бывает так, что посадили всего на метр, на сантиметр заглубили. Но если сплошные дожди, и этого хватит, чтобы сгнило, и этого. И здесь мог произойти отбор. И у каждого даже лозовского абрикоса, даже с одного дерева, у них сопротивляемость к сырости разная. Видите, сколько я наговорил? Так, теперь давайте, ну что, терпеливы все, еще у нас еще почти столько же. Давайте фото посмотрим. Хоть блаузе устарел, не получилось. Ладно, вернемся. Так. Ой, сейчас долго возвращаться будем. Я, наверное, не там нажал. Так, ага, сейчас вот он вебинар. Вот он вебинар. Давайте так, теперь второе попробуем. Первое фото не удалось открыть. Второе. А, это мой браузер, наверное. А, Юрий Владимирович, брат родной. Пожалуйста, потом помоги мне, чтобы вот этого не было. Я понятия не имею, что это значит. По крайней мере, открытие не удалось. Так, теперь. Еще раз возвращаемся. Где были? Так. Вебинар. И заканчивает. Почти закончили. В общем, я не смог открыть. Екатерина. Это та самая Екатерина, которая предлагает санаторий на землю сельхозного значения. И пишется, идея замечательная. В точку. Все заросло в соснах. Благодарю. А я не понял, за что. А, то, что земли сельхозного значения строиться не дают, людям не дают, а сосны заросли. Вот точку. Вот, это вы теперь знаете. Предательство огромное. Я не раз говорил, по крайней мере, Сибирь, да, наверное, вся Россия. Это оккупированная страна. Она оккупирована не иностранцами. Она оккупирована собственной сволочью, которая видит, что теряем землю сельхозного значения. Это значит, на ней может покосы быть, на ней может быть выращивать рожь, сады можно все выращивать. Но когда сосны, у меня есть фотографии, 3-5 метров, сплошь там не это, прохода нет, сплошь. И это называется сельхозное значение, и людям все равно не дают. Вот, спасибо, Екатерина, мы с вами одной крови. Так, вот опыт Марины. Снегирев Александр, я сливы спасаю от червя препаратом Децис. Сливы всегда очень вкусные и аппетитные. Можете посмотреть ВКонтакте. Марина, привет. Одна из самых моих близких друзей. Заранее всех предупреждаю. Вот, попробуйте нас тронуть. Мы друг за друга пасть порвем. Так, вот. Марина, помните, вы выступали на региональной конференции, рассказывали про вегетативную гибридизацию Железова. А помните, что сказал гражданин, фамилию не помню, кто-то из зала, вы или не вы, сказали директору ботанического сада, который тоже лекцию читал, как вы относитесь к вегетативной гибридизации Железова? Примерно так, я уже забыл, вы же мне присылали этот ролик. Что ответил ученый, уважаемый ученый? Научное сообщество не поддерживает. Вот, так проще.
Тогда не надо ничего делать. Так, теперь Марина опять пишет. Ну вот, зацепил я. Теперь придется еще подождать, пока Марина что-то не напишет. Отключаться можно. Официальное время закончилось. Вот. Так. А, вы просто пожелали всем здравствовать, да? Хорошо, Марина, вы тоже здравствуйте. На этом мы сегодня заканчиваем. Жалко расставаться. Значит, кому не жалко 100 рублей, телефон, потому что я еще, помните, когда мне прислали деньги, 300, 500 рублей, 100 рублей, вот я говорил, в моих планах сделать от 50 до 100 фильмов. Вот. Часть вы оплатили. Спасибо. Я вас не подвел. Фильмы сделаны. Вот. Показать эти фильмы. Показать эти фильмы. Вот они. Вот. Подписываться надо. Фильмы смотреть надо. И я делаю это для всей страны. Кому не жалко 100-200 рублей, 8-960-776-86-72. Сейчас лето. За лето мне купили 3 книги, пока все доходы. Вот. И большая-большая пенсия. Говорить не буду, чтобы они смеялись. Вот. До свидания, друзья. На этом кончаю. До следующего понедельника. Больше нас не стало, но меньше тоже не стало. Я с вами не прощаюсь.